Снова с вами Макин Сан, или же Саня, и мы продолжаем проходить нашу тачку на лето, или же My Summer Car, играть за нашего финского парня. Пока наши родители в отпуске, нам надо собрать машинку, выиграть кубок ралли и еще много всего. Так, что мы в прошлой серии делали? Да, кстати, вторую я колымагу, развалюху ржавую, вот эту вот тарантайку отвез, заработал денег еще, закупился еще. И что я вам хочу предложить? Попробовать самогонку согнать. Как приближать? Я забыл. А вот, приближать. Я вижу, фургончик стоит. Значит, дядюшка наш приехал. И это очень хорошо. Давайте мы сперва к нему сбегаем, возьмем фургончик. Закрой дверь. Побежали. Так, побежим. Быстрее. Зажечь огонь. Это нам мусор сжигать. Так, а как нам? Вот так. Ладно, пока включим. Если что, его на превьюшечку возьмем и фургончик. Я так понимаю. Залезь ты в машину. Мы его не заведем, да? Не-а. Ключей нету. Не заведем. Закрой дверь. Выходи, дядя, дай ключи. Ау, Опа, вышел. Нихуя ты жирный. Гифу, я слышал, что ты хочешь одолжить фургон. Что ж, держи ключи. Давай сюда быстрее, давай быстрее, ты толстый, блин. Татас, давай. Привлишечку, вот так вот. Давай ключ. Буду признателен, если вернешь фургон сюда, когда он будет уже не нужен. Он мне всегда нужен будет, так что не верну. Ты жирный, блядь. Ты, блядь. Все, закрывай свою калитку. Что, ты мне еще что-то хочешь сказать? О. Так. У нас уже есть фургон, это хорошо. Так, он дизельный, насколько я помню. Надо подождать, пока свечи накаливания прогреются. Вот они у нас вот так вот выглядят на приборной панели. И когда она погаснет, можно заводить. Вот и все, так. Ручник мы сняли. Мы почему-то не едем. Почему мы не едем? Управление авто. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, друзья, сейчас я вернусь. Так, все, друзья, я вернулся. Я настроил педальки. Так, а где у нас свет? Ручник. Это дверь, блядь. Закрой. Стеклоочистители. Освещение. Во. Так. Сейчас мы до дома доедем и... Или как тяжело. Ёптать, а чё так тяжело-то стало? Так, друзья, теперь у нас есть фургон. Мы можем на нем возить. И мы на нем повезем самогонку.
Сперва нам надо ее сварить. Как правильно согнать? Я не знаю, как правильно. Так, освещение выключаем. Да выключи их. Глушим. Все, выходим. Дверь-то закрой, блядь. Красавчик, пойдем спать. Поспим. Ай-яй-яй, устал, пиздец. Кто? Кто звонит? Да, кстати, друзья. Я нихуя не вижу. Так. Сейчас мы ориентируемся. Так, это кухня. Опять кухня. Где-то вот здесь вот телефон должен быть. Все, уже никому не надо. Ну и ладно. Я все равно нихера не вижу. Я думаю, надо. А как? F1. Я забыл, как меню работает. Mode settings. Так. Так. Ага. Так, нам надо быстро время. Вот так вот сделаем. Нельзя, конечно, читерить, но мы так сделаем. Так, жажда, нам надо попить. Попили. Так, стресс. Это не стресс. Да пописать. Как покурить-то? О. Бабушка здесь. Она, короче, просит ее в церковь отвезти, а она... По-моему, ее только можно отвезти на Сацуми. А у нас Сацумы нету. Это у нас Сацумы, у нас есть только... Фургон. На фургоне ее, наверное, нельзя отвезти. Так, короче, мы докуриваем. Закидываем нашу брагу. Едем рубить дрова. И продавать их. Так. Ведро. Как с себя крышку-то снять? Зачем ты его опять взял? Выкинь его. Как крышку-то снять с него? У меня ведро забаговалось. А, ву. Все нормально, отбаговалось. И это я просто дурачок. Открой дверь. Так, насколько я помню, нам надо 9 пачек сахара на одну пачку дрожжей. Это типа самый пиздатый самогон будет. Вода-то набирается в нем, нет? Набирается.
Так, гигиена, гигиена, нужда, стресс, голод. Давайте что-нибудь схаваем. Давай чипсы схаваем. Нужда. Пойдем посым. Давай. Ну что ты, давай, выталкивай из себя все это. Ух ты, гигиена как подросла. Нам надо сейчас заодно и помыться. Как долго вода набирается. 30 литров ведро. Так, все, вроде не поднимается. Заодно и сами помоемся. Та-ра-ра-та-та-та. Все, помылись. Теперь пойдем. Так. У нас сахар. Раз пачка. Два пачка. Три пачка. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, и теперь надо дрожжи. Дрожжи, вот он. Теперь ее надо закрыть. И по идее она должна того самого бродить начать. Мы ее сейчас сюда поставим, чтобы она... Я точно все правильно сделал? Ладно, оставим так пока. Сами пойдем дрова рубить. По-хорошему нам надо с собой взять еды. Так, сосисек этого возьмем, этого возьмем. Попить возьмем. Закрой. Я еще пиво с собой возьму. Зачем ты выпил пиво? Ну ты свинья. В своем собственном доме и мусоришь. По-хорошему нам надо, кстати, еще съездить на свалку. Бутылка-то не сгорит, стеклянная. А вот. Я слышу звуки. Он начал бродить. Так. Поехали, значит, мы. Да. Так. Так, я сейчас кое-что сделаю, друзья, а то у меня... Надо сохраниться. Блять, давно так не играл. Уже забыл, как что все делается. Сохранить и выйти. Так, друзья, все, я сделал, перезашел. Так, ну теперь мы заводим трактор наш. Так. Вождение. Немножко ручного газа. Вот так. Стояночный тормоз снимаем. Пониже мы включаем задний. Ой-ой-ой-ой. Как же хуёво без коробки передачи всё-таки. Видите, пониже. Ну так, а как там? Эти повышенные. Едем за прицепом. На пониженную третью переключимся. Сейчас подцепим прицеп.
Так, идем, прицепился. Да, прицепился. Куда мы с жопой сейчас заедем? Чтобы наш прицеп не закидали. Ёптать. Аккуратно, вот так вот, так аккуратно. Вот так вот встаем. Нейтралка, стоянка. Газ убираем, он глохнет, мы выходим. Нахуя заехали. Думаю, так нормально будет. Ну да, думаю, нормально. Так, борт мы открываем. Не знаю, зачем это. И рубим. Дрова. Вот так вот мы их рубим и потом туда закидываем. Ебись отсюда, пожалуйста. Спасибо. Таким темпом мы и рубим. Куда-то в разные стороны разлетаются. Некоторые даже не колются. Сука. Давай, блядь. Так, ладно, все. Теперь мы берем вот эту вот штучку. Вот так вот. Ходим, заполняем. Выглядит, конечно, странно, но оно так и работает. Все? До конца, что ли, заполнилось? А как? Высыпать их. А, вот. Так вот. И таким темпом, друзья, мы заполняем наш прицеп. И как я его заполню, я вернусь. Так, друзья, ну все. Нарубил я дров. Закидал целую телегу. Трактор. Закрываем телегу. Пока я рубил, блядь, у нас начался дождик. Еще мы захотели пить. Быстро вкидываемся в трактор наш. Заводимся. Слишком много заводимся. Стояночность снимаем. Тяжело ему, конечно, стало ехать. Так, освещение, стеклоочистители. Нихуя, конечно, не видно. Поедем до дома, съездим. Попить, пожрать. Можно, конечно, и поспать, возможно, дождик закончится, и поедем в путь отвозить дрова нашему заказчику, который позвонил, попросил, сказал, кто-то там на финском сказал, привези мне дров. Так. Глушим ручник, освещение включаем. Это включаем. Да вылези ты, блядь. Закрой.
Так. Это что? Это то, что я здесь поссал случайно? Понятно. Чипсы схавали, блять, опять пить захотел. Пойдем по сын. Быстрей. Ну давай. Надо пойти помыться. Он прям в одежде, наверное, моется, да? Его это не смущает. Осталось. Можно, конечно... А давайте попробуем кофе въебать. У нас кофе-то осталось там, нет? О, кофе осталось. Вообще отлично. И все. Едем. Поедем продавать дрова в дождь. Давай. Залетай. Похлопывай. Так. Ты чувствуешь, когда хочешь отдохнуть от фермера, но фермер никак не дает тебе отдохнуть. Так, а как нам карту посмотреть-то? Карта у нас... Карта у нас... Левый Ctrl 5. Дровишки нам надо вот сюда вот отвезти. Вот сюда, вот этому чувачку. Это нам, значит, по прямой и два раза налево. Как бы это плохо не звучало, налево ходить нельзя. Но мы не идем, а будем поворачивать, так что нам это не относится. Вообще нихуя не видно из-за этого дождя, друзья. Пониже, сразу на третью повышенную. И полетели, полетели. Как всегда, серия скучная, ничего особенного мы не сделали. Но зато мы получили фургон дядюшки. И теперь мы можем на нем возить и кататься. Мы можем на нем отвезти рыбу бабушке. Каждое воскресенье она будет нам звонить, просить отвезти ее в церковь. Но... Хотя, по-моему, на фургоне ее можно отвезти в церковь. Мы с этим разберемся. А пока, друзья, я поставлю на паузу, как я буду подъезжать к этому чувачку, который заказал дрова, да, включу. Друзья, ну что, мы приближаемся к нашему ругану, который заказал у нас дрова. А прикол в том, что чемпионат-то уже ралли начался. Тут вот стоят, уже ждут. Я надеюсь, гонка не началась, сейчас никто не едет. Блядь, да ну нахуй, летит. Сейчас въебется в трактор мой, быстрей. Ебался. Хорош, красиво. Да подожди ты, да, я... Бля, нихуя, у него тачка такая-то. Это, слушай, это Pontiac, не? Это Pontiac GTO, похоже. Резина прям у него вообще клевая. Так, ну хорошо, что он не сдох. Нас за это не посадят. Блядь.
Можно сказать, мы ему насолили немножко. Только не переверни, пожалуйста, только не переверни. Я тебя прошу, только не переверни меня. Сука, ну ты дебил. Вылези из-под меня, ты мудила, блядь. Нахуй ты вперед едешь, дурак. Назад езжай. О, дебил, блядь. Вон еще один поехал. Так. Ну, блядь, мы работаем как-то. Так что, ха. Кого ебет чужое горе, блядь. Значит, мы себе немножко первое место выбили. Мы их притормозили. По крайней мере, одного из них. Бля, ну почему у них тачки такие пиздатые на заднем приводе, а у нас какая-то Сатсума, блядь, на переднем. Датсан. Датсан, блядь, почему в Финляндии Датсан? Так, и вот, видимо, да, вот дом этого нашего другаля, которому нужны дровишки. Он показывает сюда, типа, да. Так, мы туда сейчас с жопы как-нибудь заедем, мы же профессиональные фармеры, да? Надо какую-нибудь школу фермера открыть, блядь. Как правильно играть в фермерный симулятор. Так, главное его не задавить. А то нам никто не заплатит. Блядь, что я делаю? Пиздец, как неудобно этими ебучими лепестками переключаться. Подними эту пульту. Так, ну ничего, скоро... Завтра ко мне приедут педали. От числа 16-го, наверное, приедет уже моя коробка. Кстати, коробку я все-таки другую заказал. Я на нее обзорчик сниму. Покажу вам, про нее расскажу. Так, я понимаю все. Сюда выгружать. Ручной газ на максимум. Так. Поднимай. Или нам что надо сделать? Нам надо ее открыть? Нет? Не доехали мы. Еще назад. А, это не то я делаю. Вот это надо. You have trouble. Ты можешь купить себе пиво, сладости. Это все деньги. 3200 марок, друзья, он нам дал за прицеп. За прицеп дров. Так, все.
Хорош газовать. Ну и чё ты не опускаешься? Она опускается, нет? Я нихуя не понимаю. Так. Я думаю, друзья, на этом мы здесь и закончим. Мы еще заработали денег. А уже в следующей серии мы точно займемся двигателем, сборкой двигателя, чтобы наконец-то испробовать нашу Сацуму. Но и перед этим... Это умол. И хуй в стакане, понял? Пизда тебе, нахуй. Да. Еще дров у тебя только что завез, блядь. Тебе хватит пока. И в следующей серии мы сначала завезем, посмотрим, что случится, что там у нас. Вот Сацум пролетела. Ебани гоняют. Итак. Так. Блять, а как нам? Ладно. Короче, в следующей серии мы отвезем сначала. Бабули рыбу. А потом уже начнем собирать двигатель. Еще и поезд, блять, едет. Ладно, друзья, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. До встречи в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока.